и Марс, и мы играем в Starbound. Да, мы играем в Starbound, и мы попали на эту планету. Мы только что подключились, только создались. Какие у нас задачи будут на сегодня? Ну так, для начала мы будем выполнять какой-нибудь квест начальный. Да, у нас есть квесты, но для того, чтобы освоиться на этой планете, как бы освоиться вообще с механикой игры. Как думаешь, мы пройдем эту игру, если это вообще возможно? Ну, в принципе, можно. Можно постараться пройти ее. Сегодня постараемся как можно больше выполнить квестов. И... наконец улететь, например, на какие-то другие планеты. Ну, улететь сегодня это вряд ли получится, но тем не менее нам хотя бы немножко освоиться придется здесь. Глянь, что тут. Тентакли. Опять. Они преследуют нас. Да. Мы уже немножко сыгрались, так что попробовали эту игрушку, так сказать, на зуб. Поэтому не знаю, как оно пойдет, но на каждой планете своя как бы есть изюминка. Посмотрим, как оно пойдет. Дерево. Кстати, я первый раз испугался, когда как дерево, но я подумал, сейчас просто шибет. Ну да, как там, 7 days to die, там, дерево может и убить. Так, ну мне дерева хватает, в принципе. Так, у меня, в принципе, 18 штук. Она же умножаться, да? Надо вот... Ну да, там, одно дерево, это 3 доски. Срать, давай еще. Warden Crafting Table. У меня первый квест выполнен. Теперь надо найти... Я забрал. Так, посмотрим. Так, все. Так. Крафтинг. Что нужно на лук? Растительное волокно. Сейчас пойдем найдем пещеру и камень. Нам нужна пещера и камень. Доски, доски, доски. Ай, все доски создам. Так, 108 досочек. Опа. Создать. Все, создал. Награда. Сейчас надо лук. Ну, так, лук, пошли, пошли, найдем поиск. Пещеру. Уголь. Все. Уголь. Может, кирку сделаем, потом за углем? Ну, блин, ладно. Нашел. О, кстати, нашел. Уже нашел. О, отлично. Ой. Опачки. Опачки. Он что нашел? Опа. Сейчас плантит. О, пиксель. Блин, пиксель же забрал. Как-то я не заметил. Так, что тут у нас? Водички. Ай. Ё-моё. У некоторых трав можно просто мечок срубить, я заметил. Да? Ну, по-моему, она самая лучшая рубится, это именно... Именно топором. Так, а вот топор еще не крафтил. Не крафтил? Ну вот. Самый лук. Так, ну лук у меня есть. А, можно еще скрафтить бинты. Мало, правда, но тем не менее. Так. Я не помню, я еще рублю, это не рублю, а нет, рублю. Да, вроде как. Вроде как рубишь. Так, это дерево. Это мы посадим, пожалуй. Может, оно и прорастет. Очень увлекательный процесс. Я тут занимаюсь. Кстати, а что с растением? Это, типа, мы должны тут освоиться? С этим растением, если такое, там, высечем здесь. А как сказать? Даже... Это просто, знаешь. Типа, первые плоды жизни тут? Ну, есть у нас два варианта. Либо мы будем захватывать, либо мы будем воссоздавать, ну как и везде. Так. Ой, ём его, ём. Конечно, ём. О, слабак. Так, и этого. Ну ты хост, поэтому тебе все идет, у тебя магнит нарезан. Магнит? Да. Не знал? В смысле, у меня уже встроен где-то магнит? Ты не знал, что когда ты создаешь пати, то к тебе тянутся ресы? Нет, значит давай-ка тогда ты. Это не важно, на самом деле. Так, да, точно лук. Лук создал. Блин, что-то я про... А я протупил, надо так, было их убивать, надо. Сука. 10. Растительное волокно. У тебя есть растительное волокно? Да, есть, но древесина 1000 штук. У тебя есть? Да. Можно дать? Да, держи. Так, посмотрим. Да, хватило. Так, создавай лук. Это как в доте, прям создал. Так, создал. Предметы на редкости распределяются. Да? Заметил? Он арендовый пистолет легендарий. Нет, не знаю. Да подожди, снёшь мясо, надо выбить, не убивай. А, точно. Ааа, господи, сейчас, ладно, не важно. Так, бери лук сразу. Так, сейчас лук еще. Так, прям на бусте вместо... Бейбисинки. Он плюётся, скотина. Так, всё ненужное я уберу, пожалуй. Так, всё.
Что у нас следующий квест? Так, да, еда. Еда. Так. Вот на нее зажать. Пожалуйста, что там? Ну где оно? А, вот. А еще как-нибудь снизу ее. Умрлась. Упс, то вода, я проверил. Есть, я поднял. И походу мы не... Ой-ой. Что? Зачем? Почему? Сволочь. О, мясо. Да, я еле живой. Мясо. Надо бы бинта сожрать. Да я как? Я жив. Жив, цел, орел, все нормально. Выбираемся на поверхность. Ну тут гравитация, по крайней мере, нормально, а тут на прошлой планете был капец. Ну, как бы да. Хоть удобно прыгать было. Ну я не знаю, как бы, это, наверное, отличается на разных планетах, она разная, но. Как бы просто в первых версиях было неощутимо. А, так, что нам. Нам, по-моему, мясо надо пожарить, да? Да, но там, а, как там мясо, печка нужна. Я могу сделать костер. А, костер, тогда давай, кемпайр. У тебя есть мясо? Мясо есть. Есть мясо? Ну тогда хорошо. Жаль, теперь. Забирай, теперь я свое мясо пожарю. Получил награду. Получил награду. Теперь печку. Забирай кемпайр. Пойдем. А, хотя что тут? Нам в любом случае булыжник надо искать. Ой-ой-ой, я забыл о нем. О чем? Забыл забрать. А. Костерочка. Блин. А уже темнее, смотри. Нет, это плохо. Советую тебе с растительного волокна наделать бинтов. Нет, тут одну штучку. Ну так заюзай, потому что у тебя все плохо по жизни. Темно. Блин, темно. Черт. Вот. Да ну и в задницу. Получай. Короче, это будет наше жилище, я думаю, на ночь. Вот, иди сюда. Сейчас воду спустим, пока добьем. Будем выбивать камни. Помогу. Угу. Это же физика воды здесь есть. Ну да. В Майнкрафте она как бы такая более хуже. Продумана. Но это 2D. Она, в принципе, 2D платформер. Тут легче делать воду и вообще пили. Но тем не менее. Так, уже тут холодно. Холодно? Ну это еще не сильно, это еще нормально. Так, сейчас спустим воду туда. Шерсть. Угу. Я же обезьян. А. То есть тебе тепло, блин. Я вообще не знаю, кто я. Ну, в принципе, персонаж прикольный. Даже с рогами. Походу, какой-то насекомый. Ну почему сразу насекомый? Может, я высшая раса? Сразу насекомый. Это просто догадка. Сразу насекомый, короче. Так, давай добавить булыжник. Булыжник. Булыжник спасет мир. О, смотри, как красивая. Да, действительно. Красивая планета. Знаешь, можно одну планету сделать домом. И постоянно сюда прилетать. Ну тут хату свою построить. Ну как бы так, интересно, в принципе. Хотя лучшая идея это все-таки обустраиваться на корабле. Потому что... Да, на корабле проще. Чтобы все время были ресурсы с собой. Просто раз спускаться на планету. Ну да. На корабль проще вернуться, чем топливо тратить. Ну да. В принципе, чтобы улететь с системы, на любую систему, даже нужно... 200 топлива. Вот тебе не кажется бредовая идея корабль сбрать топливом? Не знаю, может это специальный корабль на композитных материалах. Все-таки игра фантастика. Ну, дальше можно будет ураном заправлять. Да ладно. Так что, в принципе, почему бы и нет. Что-то мы как-то так открыто копаемся, не? Крыша нам не нужна. Да не, мы тут ненадолго же. Ну как, мы тут на ночь. О? Как бы все, не похиляться, надо похиляться. Кровать создать. Да. Я ж тебе все дерево отдал. А что там, кроватка. Кроватка, да, на крафтинг тейбл. Надо крафтинг тейбл? Угу, оставить.
На душу. Кроватка, кроватка. Так, две штуки создам. Да, одной, в принципе, пока достаточно. Нам просто отхиляться, а там уже когда дом будем делать, тогда посмотрим. Ну, на кораблях расставить. Ну да, и на кораблях. Кстати, надо корабли показать. Б. Ну, еще пока успеем. Сейчас. Приличную снарягу создадим. Ладно, убедил. Упс, переждешь тут, похуй. Ладно. Эй! А мне опасно. Ну блин, ну... Хост, а вот хост. Забрал мой верстак. Ну, здесь почему-то все равно холодно, хоть даже факел выглядит. Просто не близко она находится. Да, 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 да. Надо факел просто поближе поставить сейчас. Да. Исправно. Все равно. Все равно, блин, конченый был. Неважно, тут не так холодно, чтобы замерзать. Да, уже почти до половины дошло. Да? Ну, не, у меня четверть. Не норм. Жаль, того времени нет. Тут часы можно сделать? Да, я не в курсе, в принципе. Да, я доходил до там гамма-сектора, но я не в курсе, можно ли тут делать часы. Просто так, ну, гад, ориентируйся, когда будет рассвет, чтобы пораньше будет. А? С пещеры, допустим, ну, копался. В рассвет, например... А, сейчас я покажу. Блин, прикол. Можно стену продолбать и видеть, что творится вокруг. Ну, это так. Мне вот таким образом ориентироваться по погоде. Правда, нельзя продолбать такую дырку, чтобы телепортироваться на корабль, и вот это плохо. А, все, я отхилялся, в принципе. А там горы мешают посмотреть, там нормально. Так, можно дальше долбать. Поставь крафтинг тейбл. Сейчас, где? Чё-то. Просто глядится, то уже чересчур у меня. Вот. Так, сейчас один камушек там додолбу. Так, что-то я хотел. Доски нужны. Доски нужны, дерева нет. Дерево у меня есть, дерево у меня есть. Да ладно, я сейчас выйду задолбу. Так, а, доски точнее, а вот древесины только три. Ну да хрен с ним, сейчас выйду задолбу немного. Потому что я ж тебе все отдал. Там было 8 или 9 древесин. Там надо топор создать 100% и кирку. Дальше уже пойдем за более ценными ресами, что-то вроде металла или медяхи. Вот, так, мне надо... Один кампфайр. А, у меня все есть, просто вот это надо сходить. Готово. Печку создал? Да, сейчас создам это еще. Вот. Да. Все, создал. Че? Давай, печку. Скинь мне ее, я квест тоже выполню. Так. Просто берешь инвентарь. Че? О, все, квест выполнен. Так, теперь надо выплавить Iron Bar. Да, но я тут, кстати, тут где-то видел. А, потом. Возьми печку. Что, пока тут оставим или двинемся куда-то? Ну, пока ночь, пока никуда двигаться не будет. Так, я, пожалуй, сейчас пока что инвентарь в порядок. Ну, давай. Сырое мясо надо пожарить. Так, а сколько есть? Хочу, интересно, не хочу. Ой-ой-ой, есть. Alt. Есть там такая кнопочка. Так, все, я кушаю. Тебе мяса много? Еще одно есть, только оно не пожарено. Ну, у меня половина, мне нормально. У меня всего одно есть. Так, ну блин, ночь, надо что-то делать. Давай дерево прохарасим. Я пока что... Зря ты потушил. Да, сюда. Что, световое сопровождение? Световое сопровождение? Угу. Это маяк. Надо тебе зеленый фонарь найти.
Только я зеленый фонарь. Будешь как супергерой. Ну? Так, опа, опачки, опачки, опачки. Подожди, это, это потенциальное мясо. Подожди, не попал. А твою мать. Ой-ой. Ты смотри. Попробуй давить на нарв. Оно нападает. Сзади. Оно дамажное. Так, получил мясо? Да. Ах ты твою мать, скотина. Так. Сколько я мяса поднял? Одну штучку всего лишь. Ты не замерз? Нет, четверть. А ты что, сильно мерзнешь? Я. Все нормально. Так, не зря мы ночью пошли, но тем не менее. А, нормально все. Блин, у меня такая ряса, как будто я не знаю, такой, знаешь, что-то на Рим потянуло. Не, ну правда. Что-то такое. Так, так, нет, это не железо, конечно. Синода такой. Чувачок. О, а вот железо. Вот железо, кстати, точно. Так, а вот это там чуть внизу пищу. Давай. Так. Вот есть пикнушечка. Так, а, пиксели, пиксели я получил. Слышь, ой. Слышу, ты кого-то там еще получил. Да. Я попробую убить тимов. Еще пакет поставлю. Вот, все, нормально. И тепло. Можно убить его. Так, ну давай. Справишься? Он застрял. А, тогда нормально. Ой, здрасте. У тебя там проблемы, я чувствую, да? Очень большие. Так а что ж ты молчишь-то? О, нормально. Не молчи мясо. В таком случае. Вон там целая куча этих растительных волокон, так что. Сейчас я их понарву, блин, упал. Прыгай, ты. А, сам побольше есть углу. Их сейчас смотрим. Дарги вроде. Волок на волку рубится, конечно. Я себя замуровал. Я круто. Только я так умею. Топором их надо рубить. Топором. Да, тут нет пора. Ты не сделал? А, ты ж все на печку пустил. Ну тогда да. Так, ну у меня 45 растительного волокна. Я могу бинтов наделать. 17 штук. Ей. Так, ну мы сейчас же туториал, да, проходим? Ну как бы, да. Потом начнутся сами приключения. Ну это уже и есть, в принципе, приключения. Ну да. Так, у тебя бинты есть вообще, нет? Бинты? Я сейчас вот их чуть-чуть срублю, тут и сделаю. Хорошо, тогда. Потом все и сразу. Тогда тебе позвучать не будет. Музыка выглядит прикольная, очень. Да, да, это да. Да и графика приятная. Ну да. Вот самый ближайший, наверное, ориентир это Террария, да? Вот ты играл Террарию, тебе лучше. Mm-hmm. Потому что я играл в нее очень, ну, даже очень вот давно. Стрелочка очень похожа. С Террария. Так. Так, у меня 13 бинтов. Сейчас покушаем. Я слышу что-то опасное, нет? Показалось? Я ничего не слышу. Показалось, как будто муха. О, муха какая. Просвет точно. Опс, вот и опасная. Прыжка, джедаи. Космические джедаи вышли на охоту. Да, на наряд очень похож. Да, да, действительно, может быть какие-то. Так, это, надеюсь, добрый. Да? Добрый. Ну как добрый, нейтральный. Тут добрый. Тут все почти. Ага. Особенно вот этот вот. Скотина. Я слышал, тут есть лазерные мечи, поэтому надо что-то такое найти. Опа, серебро, серебро. Да, какой? Я уголь нашел. Да, я лучше уголь заберу и свалю по-тихому с этой планеты. Так, советую добывать тебе тоже камень, потому что у тебя нету снаряда. Я сейчас хочу сделать топор и кирку. Не то, что топор и кирку. Именно про эту снарягу. Ну в коопе, я думаю, эта игрушка веселее будет проходиться, потому что ну как бы одна планета, ну две, ну пять планет, да, но потом это надоедает.
А вдвоем это как-то полегче будет. Да, да, вдвоем это весело. Обязательно найдем где-нибудь смешную очередь. Да-да. Так, посмотрим. Просто желательно найти цивилизацию в этой сети. Ну что, пошли дальше? Да. Сейчас я скрафчу попробую. Так, поставим. Такое чувство, как будто где-то муха летает. Я вот просто не знаю. Может, это у меня, конечно, наушники конченые, но тем не менее. Вот, держи. О. Crafting table, я скину. Ага, я продам. Так, я могу водом саппорт. Кирпичики, не то. Так, камень топор, надо побольше камня. Хочешь, я тебе скину камень? Да, да, скину. Ну что, я тут набрал слегонца. Вот там угол. Отлично, спасибо. Так, вот теперь я смогу нормально собрать. Так, для начала кирку. Ну да, кирка. И камень топор. Сейчас на быстрый слот поставлю. Прям сразу удобно. Так, пистолет я просто уберу. Пистолет? Ощущение. А, плазменный резак типа. Вообще не. Ну, как бы а, да, теперь да. Кирка а, есть. Да, теперь она действительно не нужна. А все? Я сделал все. Я в принципе тоже. Так, сейчас надо найти. Так, что у нас квест. А, железо. Железо. Ну, все, он может как бы плавить, у нас железо. Ну, давай пройдемся по планете пока день, а когда будет уже ночь, разберемся с железом. М? Как бы. Ага. Потому что я думаю, все-таки. Кирка тут не бесконечная. Ну, ее, по-моему, можно чинить, но я как бы, знаешь, камень кирку не чинил. Ее легче сделать, ну вот. Добрый. Да сдохни ты, ну. Боже мой, добрый, тут нету добрых. Блин, я подумал, что это. Синтакт. Существо. Так это есть. А. Все, есть. Убили. Хорошо. У тебя очень мало здоровья хитится. О, это я только что заметил. Ну уж. Я знаешь, я больше за твоим здоровьем слежу, чем за своим. Ну! Это говно, говно, говно. Так, я попробую с лука. Мясо, есть. Так. Хорошо. Тут такая пещера интересная. Ну как, в принципе, она не... Так, это походу кислота. Да, не, это вода. Я думаю, это вода. Давай поспорим. Я думаю, это вода. Давай, нырнем. Давай. А чё она недолго? Видишь, я же говорил, это вода. Да там чё нет? А внутри посмотрим, ну, в глубине чё. Ну ладно. Давай, я свечу. Так, пусто. Весело. Медях. Ну ладно. Я нашел тройку меди. Что такое? А, пиксели. Где? Еще пиксели. Где ты их находишь? Можешь брать? Да бери. Справа. Бери. Хорошо. Я. Так, и двое. Думаю, очень плохих. А ты куда пошел? Засранцев. А? Так. А, блин, я думал, это мертвый скотина. Нет. Тебе бы тоже похиляться, потому что так, эти зарубки ладно. Быстро. Так, это добрые? Да, это добрые, их лучше не бить, они стреляют. Я уже испытал на собственной шкуре. Да, давай я заберу, и он верхний раздолбит. На чем корабле будем летать? Давай на моем. Ну, давай. Потому что есть такая проблема, я знаю, у хостов, тех, кто создают сервер, вылетает игра во время, да. Тоже проверено на опыте. Вот там прилетели эти жабы. Они нас сюда достанут. Так. Кстати, это прикольно, когда, знаешь, под воду опускаешься и звук пропадает, ну такой, встает. А, да, я тоже заметил. Прикольно так вообще. Так, нам похан. Ааа, хост! О, сундучок. Да какой сундучок, он тут враги. Хрупкий разрушитель тут, купа. Чё там? Хрупкий разрушитель, сейчас посмотрим, что здесь видит. Ааа, хост, опять же. Так, тут... Тут он пиксели, опасный. Пиксели, да, пиксели. Молоток. О, прикольно. Хороший молоток.
железо, как из него? Я помочь ничего не могу. Давай тут дальше, чем-то еще? Ну да, только далеко не уходи. Хорошо. Так, я тут тоже тебя нашел, чё откопал? Так, мне бы пушку найти, потому что мой меч, он, конечно, прикольный, но надо что-то автоматное. Марика, а на заднем фоне планета-то еще осталась? Ну, как-то она там не очень детализирована, я тебе скажу. Так, как-то. Ну, сейчас просто день. Как-то атмосфера. Так. Атмосфера мешает, посмотрите. Ну да, ну, в принципе, прикольно. А ночью-то такая, звездное небо. Да, ночью-ночью-то очень. Звездное небо вообще, все хорошо. Так, посмотрим. Я на быстрый слот некоторые оставлю. А, блин, какого хрена? Фонарик, крафтинг тейбл я уберу, пожалуй. Сундучок. Кстати, вот тут написано сундук Uncommon и X750. Ну? Получается, я могу продать его за 150 пикселей? Наверное, но я не в курсе. Смотря кому. Наверное, есть такие торговцы, что покупают такое говно. Ну, я думаю, сундук тебе пригодится. Да, смотрю, на корабле, допустим, там. Ну да, хотя бы так. Хрупкий разрушитель. Видать, он совсем не хрупкий, потому что у него нету ХП. Ну да. А, тут оружие нет. Не ломается, кстати, по-моему. Тут ломаются только кирки, буры, там такое. Скорее бы найти лазерную винтовку. Просто. Она хороша? Ой-ой-ой. А тут, кстати, зачаровывать оружие можно? Нет. Тут оно... А тут много разновидностей всякого оружия, в принципе, тут. Не до зачарования. Но тут есть огненное зачарование, там оружие, которое отравляет. Такого типа. Попал? Ага. А он попал. Да не убивай. Да блин, мясо жишь. Ну мясо жишь. Кстати, это аж кидай. У меня еще половина. У меня, ну, да, у меня тоже какая-то проблема. Блин, это не лучшая идея спускаться на глубину. Так, ладно, пошли туда поднимемся. Так, ну я думаю как-то вот так вот. Так, наверху, враждебные. Да не, один из них. Вот так это. Ах ты, скотина, ну пусть... И второго задели. Так, фиг с ним, побежал. Ладно, второй, насрать на второго. Эти мухи. А, опять пиксель взял. Тут этот сову зарубил. Упс, тут обрыв. Да нас... Так, и сундук. Чёрт. Ой-ой-ой, тут, оказывается, были живые. Ну, да, я хотел сказать об этом. Первая смерть. Ну, чёрт, я живой, чё? Я там видел сундук, поэтому я сейчас за ним как-то более-менее аккуратно. Сейчас я эти растения колючие поддолбаю. А, кстати, вот и корабль. Вот я, конечно, корабля казалось, вот так выглядит корабль у расы обезьян. Ну, они там по-другому называются? Да. Как-то там. По-своему. Потому что я не запомнил, как моя раса называется. Да, блин, начерело. Так, Альфа Симбиус 66 Я. Я. Так, надеюсь, я недалеко от тебя. Ну, как бы ты далеко от меня, в любом случае. Так, я буду пропускать врагов. Иду фонариком. Ой-ой-ёшеньки, вас тут как полно. Так, ну чё, я нашёл зелёный меч электричества двухручий. Так, чё-чё? А, нашёл топор, тоже двуручный 7-4. А, 250. 7 пикселей, топор 10, ой, это не топор, это молот 10-7, аптечку и 8 купер-баров. Ой, не купер-баров, а купер... Купер-ори. Руды, короче. Так, ну блин. Так, ну я думаю, мы можем заканчивать эту серию. Да, сейчас, подожди, я должен вернуться на корабль. И эта скотина успела меня ударить. Чёрт. Так, ну вот так выглядит мой корабль, что-то вроде птицы, дракона, такое все в восточном стиле. Что ж, да прощаться? Пожалуй.
Великая, сам на свой корабль вернулся. Ты начинал все это, ты прощайся. Хорошо. Итак, если вам понравился этот наш видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы обязательно. Ссылки на которые будут в описании обязательно. И пока. Да, всем пока, до новых видео. С вами был Марс и Эйв. До новых видео.